самом начале операции на пересечении улицы Пирогова и Индустриальная сотрудники дорожно-патрульной службы остановили вот этот автомобиль. По мнению инспекторов, водитель управлял машиной с признаками алкогольного опьянения. Молодого человека пригласили в патрульную машину для прохождения теста на алкоголь. Завидев нашу съемочную группу, водитель закрывает лицо. Пояснить, почему его автомобиль был остановлен, мужчина отказывается. Вообще не отказывайтесь общаться. Молодой человек общаться не хочет. Ну ладно. Инспекторы рассказывают, с документами у задержанного все в порядке. Водительские права имеются. Теперь, правда, молодой человек заветных корочек, скорее всего, лишится. В ходе проведения освидетельствования факт алкогольного опьянения был установлен на месте. Водитель с результатами освидетельствования согласен. В данный момент идет составление административных материалов. Помимо лишения прав, пойманному водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. На этой неделе в ходе операции «Бахус» было выявлено 59 нетрезвых водителей. Нередко в ходе подобных рейдов наша съемочная группа становится свидетелем аварий. В этот раз дорожно-транспортное происшествие случилось на 251-м километре трассы Холмогоры. В кювете оказался «Рено Логан». Водитель иномарки отделался царапинами. Мужчина поясняет, причины ДТП – дорожные работы, которые ведутся на этом участке трассы. Разница вот от асфальта. Видите, снят покрытие. Там ни знака, ничего нет. В результате аварии пострадала супруга водителя. Ее увезли в больницу. Мужчина отправляется вместе с инспекторами для прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас водитель, наркодиспансер проедет, проследует вместе с нами. То есть на обследование. Посмотрим, как он себя чувствует. И в дальнейшем будет дело направлено на административное расследование. Причины ДТП назовут сотрудники госавтоинспекции через 10 дней. Георгий Колчин, Александр Широкий. День в событиях.